церковь Святого Хуана. Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог. Она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Не знаю, что вы. Она ищет ответы. Вы? Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Значит, где-то тут есть склеп. Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру на 7 шагов ближе к Богу. Кто знает, может пригодиться. Давай, я буду рядом. Тут как в мавзолее. Значит, мы на верном пути. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Лопеса. Эти заметки оставил основатель Ордена Семерых. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопес? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать.
Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Конец света. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. И под крыльями его найдешь ты убежище. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля и затмение. Точно. Ищи цаплю и затмение. Тут спрятана целая фреска. Вера Крус. Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До 17 века их было 7. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да, это как раз в его духе. Ладно, где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Когда мы найдем ларец, как забрать ключи до Мимниса? Придумаем. Эсли еще слишком мал для такой ответственности. Ему, наверное, так тяжело. Боюсь представить.
Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Высота не маленькая. Давай спускаться. Состояние второе. Иисус падает в первый раз. Здесь есть надпись. Амбулата дум лучим хабитис. Ступай, покуда с тобой свет. Вот так вот похоронят тебя тут, а голову зашвырнут куда-нибудь за крест. Ступай, покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запылилось. Я тебя подсажу. Сработало? Луч указывает сюда. А, что с ними случилось? Видимо, свет что-то активировал. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Здесь изображена женщина. Смотри, кто-то еще пытался пройти, но не повезло. Кажется, здесь на него возлагают крест. Судя по их виду, их пытали. Подвесили к потолку. Это был не просто склеп. Сейчас.
Деяние пятое. Иисус падает во второй раз. Лара, я ведь не ошибся. Опять стояние крестного пути? Но с мумиями. Разве это не богохульство? Не обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Угу. Какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, я сам спрошу. Угу. Ох, какая мерзость. Я рад, что не был тут с Лопасом. Это надпись. Не бойся тех, кто может... Не дай Лопасу одурачить себя. От него и так одни беды. Хорошо, за работу. Да что тут произошло? Лопас приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Исчели. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь ларец от Тринити? И от народа Пайтити. Он был одержим этой целью. Thank you.
Где она? Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил. Он хотел рассказать всем о Пайтите. Все, что я люблю, все, что защищаю! Мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Да брось, Лара. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону! Целая цивилизация! Сотни лет независимости! Тысячи жизней! Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату и возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Скольких ты убила, м? И для чего все это? Беги, Лара! Взять его! Что за черт? Это Рурк? Вот только что пробежал? Да. А клик? Что? У нас потеря! Оружие, огонь!
дворец у Ионы Майявы. Лару Крофт видели в церкви. Найти их! Они оставили ее одну в церкви? Там был полный бардак. Разумеется. Но это же Крофт. У нас были проблемы поважнее. Господи, ты выглядишь дерьмом. Вот дерьмо! Эти джунгли свели его с ума! Господи, надо все здесь осмотреть. У нас потеря! Наверху? За мной! Стреляйте без предупреждения! Пусто! Участок чист! Она еще появится. Может, посмотреть там? Вижу противника! Господи боже! Теперь не будешь сидеть! Иона, где ты? Я на тростниковом поле. Меня не видят. Не высовывайся. Я уже иду. Задача номер один. Найти Лару Крофт. Вы слышали, командира. Вперед, на охоту. Крофт, я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Она идет прямо к нам в... Оружие! Буду атаковать со стороны! Не стреляй!
Отдай мне ларец! Фиона! 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 Ты в порядке? Ничего, нормально. Ладно. Иона! Боже! Готов? О, да. Порядок, я сам. И о чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами.